мне хотелось бы поговорить о накладках, которые я использую для телефона Honor 8. Приобретались данные накладки на сайте AliExpress. И по поводу каждой из этих накладок назрел целый ряд нюансов. Ну, начнем. Первое. Вот накладка. Так, это пока уберем. Накладка Nilkin. Белого цвета. Не знаю, как насчет черного цвета, но белый, во-первых, здесь вот вытирается в кармане. От джинсов, ну, от джинсовой ткани, скажем так, приобрело красящий такой синий эффект. Вот, быстро затирается белый, становится желтым цветом. Сравнимо по внутренней части. Ну, то есть, если мы его будем сравнивать, то вот это вот желтизна, это белый. Это все выгорает. Если взять спиртовую салфетку, попытаться здесь вытереть, вычистить его, то этого не получится. Пробовал также моющими средствами типа Мирадеза разными. Ничего не помогает. Внутри она белоснежная, а снаружи она стала желтая. Причем это, ну, более такое от солнца приобрело пигментацию. Но сидит, тем не менее, исключительно. Защищает. Хотелось бы, конечно, чтобы и здесь с этого торца тоже все было по максимуму закрыто и сверху. Но, тем не менее, самая лучшая накладка, которая сидит вообще идеально. В этом плане они молодцы. Все эти накладки, они до 500 рублей. То есть вот эта накладка в среднем где-то в магазинах Wellfix до 400 рублей стоит. Новая. Далее, вот эта накладка. Красивая, жесткая. Опять же, здесь и здесь два торца открытых. В принципе, она неплохая, но рисунок здесь пропечатан так, что если чем-то там ключами зацепить, остаются такие вот белые сколы. Вот. Ну и еще раздражает вот этот вот мусор, попадающий вовнутрь. Оно все это видно. И на шве здесь уже лопнувшее немного пластик. Он немного люфтит. Ну, там вообще самую малость, в принципе. И он такой, в отличие от Nilkin, Nilkin вообще прям софт-тач покрытие. Этот просто гладкий. Далее, вот этот был куплен, практически не использовался, потому что он пришел вот в таком состоянии. Вот. То есть он полностью мятый какой-то. И когда ставишь сюда телефон, все равно вот эти неровности, все они видны. Поэтому я его вообще не использовал. Вот. Следующий. Вот такой вот чехольчик из дермантина. Но опять же, сверху и снизу закрытия полного нет. Здесь тоже сделано вот так вот. Но тем не менее, он верой и правдой отходил у меня в районе где-то 3-4 месяцев непрерывного ношения. Магнитик здесь подмагниченная под карточки ножка. Карточку можно всунуть одну, но это, естественно, кожзам. Вот, стоил в районе 300 рублей что-то. Все ссылки будут в описании на данные товары. Вот. В принципе, удобно смотреть, держать телефон в таком положении. Вот. И он такой, ну,
дермантин, как бы, как софт-тач, приятно держать в руке, не скользит. Вот, сам телефон очень скользкий, Honor 8. Всем спасибо, пока.